Друзья, привет! Встречайте новое видео, где я рассказываю о приложении для привилегированных, ну вообще для клиентов компании Siberian Wellness. Вот так это приложение выглядит, вот by Siberian. Можно найти его в Google Play скачать, либо в App Store тоже. Заходим by Siberian. Вот что у нас здесь есть? Давайте посмотрим функционал. Каталог, поиск, корзина и профиль. А, профиль, смотрите, если у вас есть номер соглашения и пароль, то вы можете зайти и смотреть, сколько у вас денег, например, на счету, либо сколько покупок в месяц вы уже получили, либо сколько, какая скидка у вас сейчас, например. Вот я захожу в свой номер соглашения и пароль, ввожу, нажимаю кнопку «Войти» и смотрю, что есть здесь личный объем, здесь есть баланс суммы, которую можно тратить, заказы, адреса, ну, то есть разные уведомления. Кстати, можно еще и пригласить друзей. Нажимаем и отправить ссылку вот на это на приложение. Так, сейчас мы из профиля выйдем, выйти из учетной записи и посмотрим, что можно еще зарегистрироваться. Если мы нажимаем кнопку «Регистрация», вот можно выбрать либо клиент, либо консультант, либо, кстати, узнать даже, в чем разница. Все написано. Чтобы зарегистрироваться, выбираем страну, Россия, выбираем город, допустим, возьмем это город Уфа, вот. Выбираем фамилия, имя, отчество, электронная почта, мобильный телефон, дата рождения. Здесь вводим номер соглашения наставника. Если хотите, чтобы я была вашим наставником, вводим 365 65 10. Здесь появится мой номер. Ставим галочку. Вот, кстати, я, Арбузова Галина Александровна. И нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Вам на телефон придет смс-сообщение, вы введете код и таким образом подтвердите свой личный кабинет. Давайте посмотрим теперь каталог, что у нас есть. Все делится на несколько, 8 пунктов, да? Nutrition-программы, программы для здоровья, здоровое питание, для дома, атрибутика, акция, красота. Давайте посмотрим, что есть акция. Акция делится на скидки здесь обязательно все, которые сейчас есть актуальные, и на наборы. Если хотите взять какой-то набор, то нужно выбирать акции из набора именно. Так, что еще есть в функционале? Мне нравится, в поиске можно ввести, если ты ищешь какой-то определенный компонент, допустим, что тебе нужно. Ты вводишь его железо, к примеру, вперед. Он начинает искать все продукты, в котором содержится железо. Допустим, Олимвитал с органическим железом. Выбираем. Здесь у нас есть о продукте. Все написано. Для чего нужен? Почему именно Олимвитал с органическим железом еще дополнительно содержит экстракты, экстракты Леутрокока, витамин С, комплекс витаминов В. То есть это не просто обычное железо, это еще и дополненное важными веществами для того, чтобы оно усваивалось так же, как оно, когда находится в пище. И здесь же можно, если вы уже войдете тогда в свой логин, пароль, кстати, вот состав посмотреть, да, какие есть витамины еще дополнительно, и в каких процентах от адекватного уровня суточного потребления. Для того, чтобы положить его в корзину, нужно войти для покупки. Здесь либо писать опять номер соглашения, пароль. Сейчас давайте я войду в свой аккаунт. Да, и мы таким образом сможем посмотреть, что здесь мы просто складываем. В поиске мы искали железо, да, вот выбрали мы железо, в корзину, выбираем этот пакет, так, и вот у нас корзина, можно нажать оформить, если мы нажимаем оформить, здесь либо доставка, либо выбираем пункт выдачи, здесь мы смотрим, где забираем, город Уфа у нас, вот нашел. Пункты выдачи какие есть? Либо отделение службы доставки ДПД, с которым у нас соглашение, посмотрите, сколько много их есть. Либо корпоративное представительство. Я люблю в корпоративном представительстве забирать. Можно оформить данный продукт, допустим, в подарок, тогда написать другой получатель, здесь ввести его данные, фамилия, имя, отчество, телефон, нажать «Сохранить». И этот человек придет и заберет как подарок вот такой классный продукт. Все, получатель далее. Идем к оплате, либо списываем с бонусного счета, либо... Вот сейчас посмотрим далее, да? Некоторых... Так, этого товара нет в наличии. Та-та-та-та-та. Значит, мы выбираем вот это железо, да? То же самое железо. Добавляем. Теперь мы заходим в корзину, опять сделаем. Этого товара нет в наличии. Мы его уберем отсюда. Нажимаем «Оформить». Пункт выдачи то же самое повторяем. В принципе, когда ты несколько раз сделаешь заказ, потом будет все очень-очень просто. Здесь выбираем «Устая Карима», «Я получатель» либо «Другой». И далее нажимаем. Промокода у нас нет, здесь выбираем. Можно оплатить бонусами, видите, 60 рублей. И, ну, в рассрочку это я могу, не каждый может. Вот, пожалуйста, подтверждаю и нажимаю, допустим, оплатить. И все, таким образом заказ придет на электронную почту содержания, и то, что будет подтверждено, то, что вы сделали этот заказ. Также в каталоге давайте посмотрим, какие есть еще у нас продукты. К примеру, продукты для красоты, моя любимая.
категория. Здесь есть моя тоже одна из любимых категорий, L'Inspiration de Sibérie. Это наша селективная парфюмированная вода. Что тоже читая о продукте, мы можем прочитать здесь верхние ноты, ноты сердца, базовые ноты, из чего состоит. И, допустим, что еще важно, можем посмотреть сертификаты соответствия применения. Вот, кстати, тоже новый раздел появился. Можно посмотреть применение. В любом случае...